Василий Летута, первый проректор университета. Я искренне всех приветствую в стенах этого уютного зала. Мы плодотворно сотрудничаем с университетами, научными центрами и общественными организациями Федеративной Республики Германии. Наша молодежь активно участвует в движении общественной организации «Белая роза». В свою очередь мы предоставляем возможность обучения студентам из Германии в нашем университете со специализацией русский язык как иностранный. Мы по мере наших возможностей пытаемся поддерживать эти контакты и эти обмены. Для этого есть самые разные структуры организации, программы и стипендии. Мы пытаемся также передачи книг, помочь научному процессу здесь, в нашем университете. И здесь те книги, которые вы увидите, они были переданы вам со стороны германского научно-исследовательского общества. Я предпочитала бы передать вам список книг и сами книги физически.